Всем привет! Приветствую на канале «История монеты». Сегодня мы рассмотрим монетку Венгрии 5 форинтов 2015 года. Данный тип чеканится из 2012 большими тиражами, поэтому особой стоимости монетка не представляет. Над монетой работали два человека – Иштван Коса и Иштван Бартус. С одной стороны, монетка ничем не примечательна, а с другой стороны мы видим изображение большой белой цапли. Это крупная околоводная птица семейства цапливых, которая распространена в теплых, умеренных и тропических широтах, как западного, так и восточного полушарий. Птица эта довольно крупная, до метра высотой и с размахом крыльев до 1,5 метра. В неволе такой воробушек живет до 20 лет, а в дикой природе около 15, то есть весьма-таки долго. Смертность у этих птиц высока, пока они еще находятся в гнезде и первые несколько месяцев жизни, но потом каких-то особых хищников против них нет. Вот такая весьма симпатичная птичка, но монета очень даже, как по мне, простенькая, недорогая, да и всем доступная. А на этом у меня в принципе, все. Всем спасибо за просмотр.